Предлагаю рецепт простой, но оригинальной закуски. Смотрите, как приготовить фаршированные яйца с гуакамоле в домашних условиях, вкусно и просто. Гуакамоле – чудесный вариант для начинки, авокадо со специями прекрасно дополнит вкус яйца, а если добавить еще немного чили-перца, получится потрясающе пикантная закуска. Сам рецепт простой и понятный, так что обязательно рекомендую взять на заметку. Список ингредиентов в конце видео. 1. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и аккуратно разрежьте пополам. 2. Достаньте желток и выложите в чашу блендера. 3. Туда же добавьте нарезанную кусочками мякоть авокадо, горчицу, оливковое масло, соль по вкусу. 4. Отправьте в чашу зелень, при желании добавьте еще немного перца, еще раз взбейте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Наполните гуакамоле половинки яиц, перед подачей можно присыпать их чили или паприкой, украсить зеленью или кусочками жареного бекона. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Яйца 4 штуки, авокадо 1 штука, горчица 1-2 чайных ложек, оливковое масло 2 чайных ложки, соль, перец, зелень, по вкусу, количество порций 8. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Всем пока!